Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня я приехал к своим друзьям. Они захотели сделать себе камин в квартире. И вот я нашел мастера, который делает эксклюзивные камины там и там какие-то печки разные. Профи своего дела. Так что он сейчас отмерил везде, и сейчас он сам расскажет. Я передаю слово Андрею. Хочу поприветствовать тех, кто нас будет смотреть. Надеюсь, наш контент получится интересным. Я хочу рассказать про достаточно любопытную идею, которая у нас возникла по приезду в Турцию. Значит, с нашим другом Агаси мы ездили по разным объектам, смотрели, и в одном из домов мы видели замечательную вещь, которая нас поразила. Камин в квартире. Значит, после того, как мы это увидели, значит, у нас зародилась мысль, а можем ли мы претворить в жизнь эту идею здесь, в той квартире, которую мы купили. Значит, мы попросили Агаси, соответственно, поискать соответствующих ребят, которые умеют это делать. И вот он нашел замечательного мастера, к которому мы ездили, его мастерскую. Он нам показал много вариантов различных, как говорится, каминов, различных топок, подешевле, подороже, поэкзотичнее. То есть конструкций очень большое количество. Сейчас мы приехали как раз, вернее, он приехал как раз на гости, посмотреть, что, где и как можно сделать. Ну, для начала, я не знаю, Гася нам покажет, так сказать, то помещение, где мы планируем это разместить, чтобы было понятно. Да, я сейчас поверну. Вот мы вроде планируем сделать камин в этом углу, как бы, торцевая. Я просто не могу встать, микрофон. Да, мы планировали в этот угол, но там тумба поменьше, вот эта часть. Л-образно хотелось сделать потом, да. Сейчас трехсторонний. Вот как вот видите, шкафчик стоит трехсторонний, там будет стекло по бокам. И система лифта, да, система подъема, да, подъема, да, да. Причем как Эдемир, зовут нашего вот этого. Эдемир Уста. Да. Он нам показал очень много интересных вариантов, и один из этих вариантов вообще удивительная вещь. То есть получается открытое пламя с трех сторон. И как он нам сказал, если значит аккуратно закрыть все двери, чтобы не было сквозняков, то можно сделать практически открытый огонь. Помещение, то есть будет реально живой костер. Запах вот этого костра. Запах дыма, то есть это вообще будет совершенно потрясающая вещь. Да. Зефир можно там пожарить себе. Даже у него есть специальный камин для шашлыков, место для шашлыков. Они под заказ сделали, французская какая-то модель. Францианин модель надо не идеи, фальшфердемис. Инвичта. Инвикта, как это называется, вот фирма именно камине. Еще есть какой-то польский модель у них и турецкая модель. В этот раз вы выбрали турецкую модель. Он сам посоветовал, что лучше всего и покачественная турецкая модель. Sizin bu Türk modeliniz var da, tavsiye gördünüz oydu. Evet. Asansörlü. Asansörlü. Biz de onu yaptıracağız. Так что, дорогие зрители, мы будем делать этот камин турецкой модель именно, которую турецкая он... модель открытая. Открытая, да. Французская и польская, там только лицевая. Лицевая. Да. А это стекло. Да. Получается, а да, открытая пламя, то есть иллюзия полного покрытия, открытого реального огня. По бокам будет видно костер. Да, по бокам это даже будет видно. Потом я хотел вот спросить, я так судя по тому, как он показывал, наверняка уже много лет занимается Демир этими работами, если спросите. Чок там обычно я пьешь, если Айдемир? 25 лет. 25 лет занимается. Да. Причем, что самое удивительное, мы спросили, сколько займет времени все это. Да, и он сказал 3 дня. Ну не 3, там 3 дня, по-моему. 3 дня я полагаю, вышли. За 3 дня сделают это, да, после заказа того. Это был шок, потому что я-то вообще думала, что 3 недели это все. Да, мы решили, вроде нижняя часть будет гранитовая, из гранита. Верхняя часть из скалистых камней, там разноцветная, декоративная. Стены будут цвета хаки, там светлых, зеленые, как раз, да, бежевые. Так как у нас кухня бежевая, бежевого цвета она как раз подойдет, зеленоватый типа с этим цветом. Насчет каминя 3 дня, Учкун максимум и битерёсус. Они работают 6 человек, артык 6 человек еще стоят с гиды. За 5-6 человек сделают за 3 дня, максимум 4, максимум 4 кун. Вот он. За 3 дня закончат. Вот такой система. Меня удивило, он дает гарантию 5 лет с официальным договором, с гарантийным сроком обслуживания и исправления всех неисправностей.
5 стен, гарантия берёмся, хепсин, хепсин, джам. Кроме стекла, вот, которое трёхстороннее стекло, если сломаете, он гарантии не даёт. Его можно поменять, его? Да, её можно поменять, но денег стоит. Cam var ya. Porselenler zaten ısı ayarında da 750 dereceye dayanıklıdır cam. Sadece darbeyle kırılır, patlamaz. Anladım. Patlayamayacağım diye de kırılır sadece. Она может сломаться, если какая-то сильный удар будет. Да, а так не взорвется. Да. Если холодная вода. Насчет цены, фиат konusunu söyleyelim mi şimdi? Kaça yapıyoruz? Yoksa yükseliyor fiyatlar her gün? Şimdi anlaşırsak şu anda fiyatımız 15 gün geçerli. Aha. 15 gün sonra fiyatlar harikada kuru yükseldikçe dolar, anladım. Euro yükselince fiyat yükseliyor. Söylüyorum fiyatı onda şimdi internette olacak. Gelecekte fiyat yükselebilir. Onun evet için. Tabii onu söyleyeceksin. Şu andaki fiyatımız... Aynen. На данный момент мы обсудили цену на 32 тысячи лир. 15 дней срок этой стоимости, нужно сделать уже договор, как он сказал, а то уже там лира падает к доллару, да, из-за этого... Планируем расплачиваться не лирами, поэтому... Ну, понятно. Понятно, из-за этой цена на данный момент вот этой, этого камина, который как лифт, подъемник. Да. Örnek gösterebilir misin telefondan? Ben videoda gösteririm. Как раз пускай покажет, какой он делает по фотографии приблизительно. Да. Я вас сейчас, пускай он найдет, я нажму паузу. Вот мы планируем сделать вот такой. Это будет гранит, а верхняя часть будут камни. Да, вот трехсторонний камин из стекла. Он поднимается вверх-вниз, да, получилось вроде. Да. Камни. Сейчас покажем камни. Вот такой интересный модель сейчас выбрали тоже. Мне самому понравилось. Буду заходить в гости. Жаль, шашлыки в камине. Вот камешки вот такие выбрали, верхняя часть. Думаю, что будет красиво. Там, хотел еще добавить. В принципе, ведь кто может заинтересоваться, скажем, приобретением квартиры, вот такие, скажем, аналогичные ситуации, как у нас. Если будет квартира расположена на верхних уровнях... Да. Дуплекс, двухуровневая на квартиру или... Или есть квартира просто в одном уровне, но, скажем, верхний этаж, который выше уже только крыши и Господь Бог, то можно, в принципе, будет воспользоваться услугами Эдемира, потому что лично на нас он произвел очень позитивное впечатление. Просто вот как человек... Пришел, оценил, быстренько все сказал, я сам был в шоке. Отмерил, сказал, вот отсюда выйдет, оттуда выйдет. Причем психологический контакт, я считаю, большое значение, потому что вот мы ездили, смотрели еще там одного мастера. Вот как-то совершенно другая совершенно реакция восприятия этого человека. Он как по сельскому сказал, колхоз быстро сделаешь. Да, потом я помню. Да, потом что мне понравилось, я люблю всякие технические нюансы. Он ответил исчерпывающе практически на все вопросы. Моменты и вопросы. Это очень важно, конечно. Да, это принципиально. Понятно, что человек мастер своего дела. Потому что мы в чужой стране, мало ли какая ситуация, если что. У него даже фамилия переводится, ломающие скалы. Да, тут, как говорится, все. Фактически все почти... И Айдемир тоже это луна и железо. Имя луна и железо. Короче, инопланетянин. Соядын гизаляч. Ищину у новой гунсечвис. Сои себе, да-да. Он говорит, так получилось. Да, и потом по совету нашего, скажем, ведущего Агаси, мы думаем, может быть, так сказать, вот сделать некое маленькое продолжение вот этого, скажем, ролика в процессе строительства. Как это будет выглядеть, что в конечном итоге получится. Потом пригласим и его, и, скажем, Агаси, и там друзей, которые у нас появились, на торжественный запуск этого процесса, соответственно, Эдемир зажгет спичку и покажет, как это все работает. Все, все. Как закончит он, я продолжаю ролик, и мы туда добавим концовку и окончание этого ролика. Скажите, чтобы он тоже будет как почетный гость. Мы делаем. Siz kendiniz oraya ateş atacaksınız, ateşle yakılacak, şey yapılacak. O günde ben devam edeceğim çekimi ve sonra internete yükleyeceğiz YouTube kanalımıza. Sizi de tanıtırız, bilgilerinizi de veririz, oradan aşağıdan koyuyoruz. Его офис находится напротив торгового центра Аланиум. Аланиум на biraz ilerleydi sende. Дефактору там кажется. Напротив маркета Дефакто. Кому будет интересно, заходите. Ну, да, можно обратиться. Нет проблем, там Шомине написано. Шомине. Алания Шомине. Даже у него есть Инстаграм страничка. Напишите там Алания Шомине.
вы найдете его на Instagram-канале. Также там есть телефон и адрес. И все варианты, которые он сделал по всей Алании. Все, с вами был мистер Агасси. Что-то экран. Да, и наши друзья. Друзья, которым Агасси. Все. Всем пока-пока. До следующего ролика. Давай.